зачем границы люди придумывают? А? Что будет? А границы зачем придумывают люди? Как было бы легко жить? В Грузию не ездим из-за того, чтобы только потому, что не стоять на границе. Потому что иногда легко проезжаешь, а иногда можно. Вот я встряла в августе на 4 часа. Всю ночь простояли. Сейчас прилечу, будем настраивать подвеску. Неудобно, пипец. Новая, что ли, да? Да, новую подвеску купил, пипец, нафиг. Только руки замерзли, ну потому что держала. Главное, у меня варежки были. А я не знала, затупила. Ну иногда бывает. Честно. Не парься. У меня же эмоции. Один раз, счастье. Один раз пролетел, что-то парится. Я однажды зависла на канатке, замерзла в лыжных ботинках. А там же особо не поработаешь стопой, да? О, вот это было что-то. У меня потом конечности болели, не знаю сколько. Серьезно, да. Вот это наше? Да, это вот так. Прикольно так летать. Не объясняю. Блин, высоко летать не буду, да, конечно, хорошо. Опять высоко летать. Но сегодняшний высокий, вот сейчас высокий. Как для круто! Для этого момента. Можно было, ну, моменты же разные днем бывают, там бывает больше моментов, бывает такой. Ребята, мы приземляемся. Ножки вверх, держи ровненько. Вот так? Да. Твоя позиция. Привет! И сейчас стали на ножки. Давай. Парашютов. Ой, умница вообще. Готовы идти назад? Да. Сейчас пошли пару шагов назад сделаем. Раз, два. Не падай, не падай. Встань, встань, встань. Пару шагов. Все, умница. Крыло упало. Как оно? Нас не тянет как на себя. Ощущения? Во! Хорошие? Классно, мы так высоко летали. Это вообще круто было. Спасибо. Боже мой. Вот, Валария нашел. Спасибо. Смотрите. Да это хороший знак. Ничего себе. Говори, Грузия, Анатолий. Спасибо. Спасибо всем. Все круто. Добрый Грузия, компания Sky Atlantida. Летайте с нами, ребята, летайте безопасно. Пока-пока. Привет пациентам.